мой вопрос к вам. Как вы смотрите на данную профессию будущего, на ее перспективы вообще быть и существовать, и оцениваете возможности для карьерного роста? Ну, я отношусь в высшей степени положительно, поскольку биотехнология также является частью биоинженерии, а биотехнология — это как раз мы. Мы используем живые объекты для создания некого продукта. Это могут быть как тест-системы, например, для каких-то исследований инвитро, или же модельные животные для исследований инвиво. Я в этой профессии вижу огромное поле для карьерного роста, но в первую очередь хочется отметить, что в этой области ваш карьерный рост зависит в первую очередь от вас, от вашего желания развиваться и реализовывать какие-то свои идеи. А как вы думаете, с какими основными сложностями могут столкнуться студенты, которые выберут самореализацию в этой области? Из своего опыта я могу сказать, что всегда две основные сложности нас подстерегают. Первая – это отсутствие финансирования в достаточной степени, а вторая – это невозможность найти какое-то специфическое оборудование, чтобы на нем провести эксперименты, которые нужны вам для реализации вашего проекта. То есть получается, что эксперименты бывают настолько сложными, что не в каждой лаборатории есть оборудование? Да, часто приходится обращаться в другие организации, договариваться со своими коллегами, чтобы провести какой-то эксперимент. Иногда, например, рецензенты на стадии принятия вашей статьи просят провести какое-то дополнительное исследование, для которого у вас нет ресурса в вашей лаборатории. И тогда приходится как-то выкручиваться, обращаться к своим коллегам, друзьям, да, чтобы вам помогли. Ну, может быть, включать их в соавторы, либо кто-то просто соглашается помочь. Ну. Здорово. А расскажите теперь о кафедре и лаборатории, в которой мы находимся, в которой вы работаете, и чем на данный момент занимается ваша исследовательская группа. Ну, мы находимся в лаборатории биомедицинских наноматериалов. Это достаточно молодая лаборатория. Она была основана в 2014 году. У нас в лаборатории есть два отдела – это химия и биология. Собственно, я работаю в отделе клеточной биологии. Я занимаюсь культивированием клеточных линий, клеточных культур. И еще я здесь занимаюсь образовательной деятельностью, у меня здесь есть ученики. На данный момент у меня есть бакалавр, и еще я научный руководитель кандидатской диссертации. У меня здесь есть аспирант. Вот. Наша рабочая группа сейчас трудится над рядом проектов, у нас есть грант, ну и также мы помогаем нашим коллегам из химической лаборатории для, например, тестирования каких-то их наночастиц, которыми они занимаются в рамках реализации своих проектов. Ну, то есть я правильно понимаю, что химические и биологические блоки, они взаимосвязаны и постоянно контактируют? Ну, скажем так, они взаимодействуют, потому что сами химики не работают с клеточными культурами самостоятельно, поэтому если им необходимо что-то протестировать, то они обращаются к нам. Здорово. А расскажите о самых заметных достижениях научной деятельности, которыми вы гордитесь. Ну, для меня самым моим заметным достижением являются, наверное, не какие-то мои личные результаты, а больше всего я горжусь своими учениками, потому что я работаю в клеточной биологии уже 10 лет, и за эти 10 лет я обучила грамотной работе 11 человек. У кого-то из них уже есть ученая степень, кто-то готовится защищаться на данный момент, кто-то еще, ну, кому-то еще предстоит пройти путь, кто-то еще даже не поступил в аспирантуру, но я очень горжусь своими учениками, они работают сейчас в разных организациях в Москве, и мы до сих пор с ними взаимодействуем, встречаемся, общаемся, помогаем друг другу как-то в наших проектах. Это очень здорово. А что планируете теперь реализовывать в дальнейшем и каких целей хотите достичь? Этим летом с нами случилась радость. Российский научный фонд поддержал нашу заявку. Мы выиграли грант для реализации нашего проекта. Этот грант рассчитан на 2 года, и результатом нашей работы станет создание системы, направленной доставке препарата для лечения одной из самых злокачественных опухолей головного мозга, глиобластомы человека. Это очень здорово, и я думаю, что это станет очень заметной страницей вашей деятельности. Мы будем стараться изо всех сил. Ну и по традиции из Нитомисис пожелания всем студентам и школьникам, которые хотели бы заниматься наукой, но, возможно, чего-то боятся еще. Самое мое первое пожелание – это
не бойтесь менять обстановку. Там, где вы учитесь, наверняка существует не одна единственная лаборатория. Наверняка их там несколько. Не бойтесь менять обстановку. Походите, посмотрите, кто чем занимается. Поспрашивайте своих коллег, узнайте, какие есть работы. Не заставляйте себя заниматься тем, что вам не нравится. Лучше потратить свое время на то, чтобы обойти несколько лабораторий, посмотреть, где вам понравится работать, чем проработать где-то несколько лет, возненавидеть то, чем вы занимаетесь, и бросить науку просто из-за того, что вам не было с чем сравнить, что вы занимались всегда одним и тем же, вам эта рутина надоела, и вы решили просто все бросить. Не бойтесь менять специализацию. И второй мой совет для всех, кто собирается работать в науке: работайте честно. Если вы подтасовываете данные и пытаетесь опубликовать статью, это всегда видно. Здорово. Большое спасибо за интервью. Спасибо вам.